Лето закончилось, впереди осенние дожди и зимние холода. Настоящий стресс для организма. Узнать подробнее о своем здоровье, собственном иммунитете можно будет 5 и 6 сентября в рамках акции «Волна здоровья» в Чебоксарах и Новочебоксарске. Впервые «Волна здоровья» накрыла страну в 2006 году. За 10 лет в акции приняли участие более 40 субъектов России. 7 тысяч детей с тяжелыми патологиями получили консультации, а 1500 ребят – лечение в федеральных центрах здоровья. Этой осенью теплоход, на котором прибудут специалисты, причалит в столице Чувашии 5-й раз. В честь юбилейной даты пообщаться с врачами федерального уровня смогут не только дети, но и женщины с патологиями репродуктивных органов. Для всех неравнодушных к своему здоровью в городе Спутники 5 сентября на площади перед ДК «Химик» будут работать мобильные медицинские комплексы. А жители столицы республики 6 сентября смогут принять участие в веселой зарядке, флешмобе и прогуляться с главными специалистами республиканских медицинских центров по речному порту, а также посетить территорию здоровья в Лакреевском лесу. Несколько целей этой акции. Прежде всего, это пропагандистская акция. То есть, эта акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и всех мероприятий, которые с этим связаны. Вторая составляющая этой акции – образовательная, когда у нас медицинские работники получают возможность пообщаться с сотрудниками ведущих научных федеральных центров для того, чтобы повысить свою квалификацию. И третья составляющая – это конкретно оказание медицинской помощи. Медицинские специалисты Чувашии для участия в акции уже отобрали около 170 детей. Они пройдут обследование прямо на борту теплохода. Кроме того, в речном порту будет функционировать мобильный кабинет главного педиатра республики, где каждый желающий сможет получить консультацию. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика.